И всем привет, с вами Ростиксон, и это мой проект «Билдим на медвежке», первое видео. Что у нас будет видео? История создания, и, конечно же, супер крутой конкурс, что в родмэпе, про благотворительность, как мой проект помог людям, сколько стоит, как попасть бесплатно, про мое сообщество, кто там, ну и, как я уже сказал, розыгрыш, поэтому смотрим. История создания. Я как-то был у одной девушки, и, скажем так, после встречи я решил с ней сфотографироваться. Платно. Ну и встреча была платной. И я подумал, а зачем мне эта фотка? Давайте я ее продам на дебанке за 10 баксов. И купила аж 10 человек. Я сделал для них чат, потом канал для важной инфы. Так и появилась моя приватка. Что уже есть в приватке? Давайте посмотрим. У нас, вот я захожу, канал. Смотрю закрепленный комментарий, это навигация. Первая история, вторая, третья, и так по шестой истории. В каждой истории там более чем 10 голосовых сообщений от меня, где очень интересные истории. Лайфхаки. Вот, допустим, ответы на вопросы. Аж 30 ответов. И это только за 6 дней. И вопросы можно в любой момент задавать. Также рандом факты. Фото. Рандом факт, например, 20. Мысли. Есть еще даже тег не о девушках легкого поведения. Истории членов приватки, потому что тут очень много интересных людей и уже более 17 историй. Какие-то отзывы о позах мои, важно, билд, где я говорю о том, что я делаю. Также у нас есть roadmap. Что мы сейчас делаем? Мы сейчас снимаем с 5 камер, с профессиональным оператором в гостинице, с очень красивой девушкой, у которой уже был опыт в съемках подобных видео, и мы снимаем. Там будет криптовалютный сценарий, мы приватки все, скажем так, все внесут лепту в создание сценария и на кухне будут. Ну, то есть посмотрят, как это все будет сделано. Там даже некоторые члены приватки заедут к нам в гостиницу, там-то комнат много, почему нет? Часть они даже посмотреть смогут. Теперь про благотворительность, сколько стоит. Смотрите, пока что стоит $30, из которых 10 уходит сразу на благотворительность. Любой фонд добрый, это там нищие, дети, животные, больные. А 20 уходит на создание фильма, чтобы вы понимали, бюджет фильма $1100. Ну, потому что актрисы хорошие на 2,5 часа, операторы, да, ну это все стоит денег, там гостиница хорошая, центр, это тоже стоит денег. Вот поэтому это все $1100 стоит. И таким образом, за $30 вы получаете канал с навигацией, там с кучей историй, с самим видео, как оно выйдет, крутых людей, интересные истории от них, сообщество просто по интересам, скажем так. И еще и сообщество думающее, очень активных людей, в том числе меня. Вот видите, как я придумал про благотворительность. Никто же так не думал. Это же одновременно и смешно, но ведь это помощь, ведь это факты, а с фактами не спорят. Кто там? Ну, там люди, которые хотели бы остаться неизвестными, которые публичны и не публичны. Если вы вступаете сюда из-за людей, не вступайте. Я просто говорю, что здесь мне очень нравится сообщество. История от них. Как я говорил, что будет? Будет фильм, скажем так, с актрисой, может немного взрослый, очень интересный, со сценарием, который мы проработаем вместе с приваткой, поэтому покупайте, все ссылки будут в описании. И много еще что будет, ну в общем, 30 баксов закиньте, все поймете. А теперь розыгрыш одного места. Лучший комментатор, который предложит свое value, как они могут помочь развитию моей приватки, популярности, продажам мест в приватке. Ну, допустим, мне один человек делает клип, это уже помощь. Мне один человек делает стикер-пак, это уже помощь. А другой делает гифки со мной и мемы, это тоже value. И за это он получит место. Поэтому вы, если у вас есть какой-то value, предложите его в комментариях, как бы вы могли мне помочь. И лучше вы, я приму ваше value и приму свою private group. Всем спасибо. Я люблю то, что я делаю, и всегда хотел это делать. И я очень рад, что все идет так, как идет сейчас.